Артисты Дагестанского государственного театра оперы и балета выступили для детей летнего пришкольного оздоровительного лагеря 5-й школы. Мероприятие осуществлялось в рамках комплексной государственной программы по противодействию идеологии терроризма в республике. Время, конечно, наше немножко беспокойное, вот это, которое мы сейчас переживаем. Поэтому юное поколение, которое сейчас у нас растет, дети наши, которые подрастают, это самое такое слабое звено, как говорится, да, которое мы всеми средствами должны защитить от всего негативного. В сложившейся ситуации необходимо отвлекать детей от неприятных событий, которые в любом случае доносятся до них через различные источники информации. Необходимо показывать другие позитивные стороны жизни, добавила Марьям Алиева. Руководство образовательного учреждения всецело поддерживает данную инициативу и считает, что это крайне положительно скажется на эмоциональном состоянии детей. По инициативе управления образования сегодня к нам приехали замечательные люди от искусства, цель которых, как уже обозначили, привить детям чувство патриотизма, уверенности в завтрашнем дне, обоснованно выработать в них чувство гордости за страну. Около сотни ребят детского лагеря «Патриот» сегодня заслушали лекцию антитеррористической направленности с приведением известных примеров из истории российского государства. Концертная программа была наполнена популярными песнями и классическими композициями, а зажигательная лезгинка не оставила никого равнодушным. Это мероприятие позволило детям проникнуться в мир радости и веселья, отвлечься от событий, происходящих в наши дни. Как отметили артисты театра, оперы и балета, антитеррористический тур они продолжат, посещая и другие муниципалитеты нашей республики.